Карамба ТВ представляет. Здорово! Порой в пробке нервы накалены до предела. Любой может психануть. Каждый психует по-своему. И некоторым кажется, что им нужно зеркало от чужой машины, ну, для того, чтобы успокоиться. Не, ну а чё? Все равно он им не пользуется. Кстати, после вот этого водитель повернулся к пассажирам и сказал: «Так, оплачиваем за зеркало, это и ваша вина тоже». И только потом вышел культурно разбираться. Эдакий газельский зуб за зуб, око за око, зеркало за зеркало. А может, у газелеводов такое фирменное приветствие на дороге? Привет! И тебе привет! Или им надоели свои зеркала, и они решили просто поменяться. Не подошло! Вы думаете, что дальше началась драка? Нет, драки не будет. С чего вы взяли? Они же не дикари, чтобы драться. Заряженной энергией, рубрика «От монстра». Интересно, как ученик Джеки Чана будет бросать гранату? Так же, как все. В сапогах. Самое главное — вовремя спрятаться за мусорный контейнер. Да не, это же ученик Джеки Чана, без выпендрежа он не может. Ну и что, что через одно место? Зато эффектно. А дальше он совсем раздухарился. Энергия из него так и прет. Крутится, что твой электровеник 80-го левела. Интересно, а как бросает гранату Чак Норрис? Тупо пробивает танк насквозь учебной болванкой. Теперь понятно, почему американцы не могут воевать без йогурта, гамбургера и, самое главное, колы. Им просто нужны пустые банки, чтобы тренироваться. Народ, мы с вами столько раз видели ролики про глупости в России, поэтому я считаю, что нужно дорожить роликами про глупости за рубежом. Мне кажется, этот мужик просто готовит себя к премии Дарвина. Премия за самую глупую смерть! Знаете, некоторые годами готовятся к премии Оскар или к Нобелевской премии, а он выбрал свой путь. Особенно весело, наверное, приходится его соседям. Теперь понятно, почему он так говорит. Люди говорят, что я живу опасно. И кто упрекнет этих людей в том, что они не правы? Да мне кажется, саперы живут менее опасной жизнью. Потому что, во всяком случае, они понимают, что могут взорваться. А он... Вы посмотрите, с какой гордостью и чувством выполненного долга он выходит из кадра. Даже в камеру не посмотрел. Типа, я просто делаю свою работу. А вообще, он снял себя с двух ракурсов. Как бы приготовил все для новостников, если что-нибудь пойдет не так. Чтобы они такие приехали. О, уже все снято, можно монтировать и в эфир. Спасибо тебе, груда мяса, что ты о нас позаботилась. В общем, народ, не повторяйте это дома и даже во дворе. Так криво стричь кусты непростительно. В каждой компании есть люди, которых хлебом не корми, но дай прикольнуться. Напакостничать, помешать спокойному отдыху. И нужно обязательно показать ему это видео. Потому что здесь нашего пакостника ждет расплата. Вот она! Получи! Вы видели, как они просто вылетели из бассейна? Мне кажется, даже в море люди так от акул не убегают. А может быть, он просто ответил на вопрос: «Ну что, как тебе тусовка?» Кстати, это видео — идеальное пособие по тому, как создать себе прозвище. После такого старая кликуха-вонючка точно уйдет на второй план. Да этот бассейн придется чистить похлеще, чем Мексиканский залив от нефти. Блин, теперь если я буду смотреть какой-нибудь фильм про войну в море, то при словах «глубинная бомба» я буду вспоминать это видео. Видели это новое ужасающее оружие американского флота? Коричневая пелена? Да, страшная штуковина. Это был Плюс 100500, меня зовут Максим, пока.